Михаил Трофимович Некрыш. Родился 18 ноября 1922 года. Старший сержант разведки. Воевал в Польше. Участвовал во взятии Варшавы и Берлина. Награжден медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за боевые заслуги, за победу над Германией, орденом Великой Отечественной войны второй степени и орденом славы третьей степени. Проживает в поселке Ильском. Уважаемый Михаил Трофимович, разрешите поздравить вас с праздником Великой Победы. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся всеми с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подаривших народам победу и вернувших нам мир и весну.